Вот скажи мне, для чего ты живешь? В чем смысл твоей жизни? Для чего ты утром просыпаешься, идешь на работу? Для чего ты завел отношения? Для чего ты планируешь детей, планируешь свои отъездки или какие-нибудь путешествия? Для чего копишь деньги на новые машины, квартиры? Для чего видео снимаешь, музыку слушаешь? Вот для чего? Не знаешь? Вот просто вот для чего? Ты вот мне ответь. Я просто не понимаю, ведь в конечном итоге все равно нулю. Что бы ты ни сделал, все будет равно нулю. Вот ты построишь дом, и ты умрешь, и для тебя это ничего не значит. Да, в этом доме могут продолжать жить твои близкие, твои друзья, твои еще кто-нибудь, собаки, кошки, да кто угодно. Но ты там уже не живешь, для тебя это уже ничего не значит. Для тебя это равно нулю. И да, может быть, они и получают удовольствие, а без тебя, возможно, в два раза больше удовольствия, потому что ты был козлом и ублюдком всю жизнь. Но какая разница? Для тебя-то это равно нулю. Ты уже все, ничего не значишь. Мы ведь всего лишь информационный шум информации. Вот есть информация, вот мы ее транслируем своим шумом, рассказываем по-новому, что-то перевираем, что-то досказываем, что-то возводим в абсолют. А потом мы умираем, и шума больше нет. Нашего шума нет. Информация-то, она продолжает шуметь, везде. Вот эта вот херня. Вот ты, зачем ты идешь на работу? Скажи мне, вот зачем? В чем твоя суть? В чем суть твоего существования? Вот туда ответь мне. Хорошо, я понял. Смотри, все очень просто. Я просто не смогу тебе ответить на этот вопрос. Ну, не получится у меня. Знаешь, как бы я пришел кофе попить, а не пытаться философствовать на какие-то глобальные проблемы, по глобальным моментам что-то обсуждать. Я прекрасно понимаю твою позицию, то, что все равно нулю. Ну да, замечательно, окей, хорошо, класс, супер! Давайте книгу по этому поводу напишем. Ты мне вот лучше сам скажи. Ты начал этот диалог. Зачем ты начал съемку этого видео? Зачем ты разговариваешь внутри себя? Зачем это? Вот если все равно нулю, зачем просыпаться? Зачем идти на работу, опять же? Вот ты мне скажи. Не я это придумался в голове. Это ты придумался в голове. Это ты решил, что все это вот информационный шум информации, вот эти вот все якобы интересные, умные, но на самом деле ничего не значимые слова. Ты мне скажи, зачем выходить вот на такой диалог? Вот объясни мне. А вот именно для этого и нужно разводить такие разговоры, выходить на такие диалоги, на диалоги с самим собой, чтобы понять, что да, все равно нулю, все к чертовой матери равно нулю, но нужно из каждой секунды получать чертово удовольствие, жить гедонизмом, так сказать. Потому что, возможно, ты даже не информационный шум, информации. Возможно, ты сама информация, и все остальное иллюзия. И когда ты помрешь, все захлопнется. И те люди, для которых ты делал приятное, после чего они получали удовольствие и делали приятное для тебя в ответ, и ты еще больше получал удовольствие, возможно, их тоже нет, их не существует. И все это в твоей голове, все вот это придуманное тобой. Но в конечном-то итоге это все заканчивается. В конечном итоге это будет все равно. Но перед тем, как это будет равно нулю, а мы не знаем, когда именно это будет равно нулю, возможно, когда мы умрем, будет бесконечная рекурсия и повтор, так нужно, чтобы повторялось все самое прекрасное, яркое и красивое. Это и есть твоя жизнь. It's your life.